Два месяца в СИЗО без права на залог. Такую меру пресечения избрал Печерский райсуд Киева начальнику Обуховского райотдела нацполиции Денису Ярославскому. Его с двумя подельниками подозревают в организации похищения Владимира Крупчака. Это владелец Обуховского картонного комбината, бывший гражданин России и экс-депутат Государственной Думы. Украинский паспорт Крупчак получил в 2007 году, а в Украину переехал более 15 лет назад. Напомню, накануне сотрудники прокуратуры Киевской области и СБУ задержали банду, которая должна была выкрасть Крупчака и вывести его в Россию за крупное вознаграждение. Заказал похищение бывший партнер бизнесмена. Ему Крупчак якобы задолжал 17 миллионов долларов. Злоумышленников взяли на горячем во время получения аванса 100 тысяч долларов. Если их вина будет доказана, то им грозит до 10 лет лишения свободы.